Окей. Так, все равно не могу пошевелиться, я выиграл чуваку в том часе. Что-то не то в этой истории. О, что ты мне там даешь? Дай мне свиток сна. Каристо был в полном восторге. Он сказал, что ты можешь встретиться с Торосом и выбрать себе награду. Торос? Где мне искать Тороса? Где мне искать Тореза? Весь день он стоит перед храмом. Ночи же он проводит в своей келье. Поскольку лишь маги могут войти в храм, тебе придется поговорить с ним днем. Так, сейчас день. Расскажи мне о магах огня. Круг огня обретает свою силу с благословения Иноса. Маги считают себя избранными. Ну и ко всем остальным относят. Мне повезло, что меня приняли. Каристо сделал меня своим учеником. По-моему, он просто... С тех пор я ежедневно... Я тоже хочу стать учеником мага, как ты. Каристо выбрал меня, потому что я помогал баронам. До тех пор, пока ты не сделаешь что-нибудь исключительное, он и разговаривает... Увидимся. Так, ты Торос. Мне Торос нужен. Стоит справа от храма. Здесь. Вон он, Торос. Приветствую. Салам алейкум. Приветствую тебя, маг. Да пребудет с тобой Инос. Я обмениваюсь магическими знаниями. Нужно сделать, что... Маг стоит справа. Что нужно сделать для того, чтобы стать магом? Поговори с мастером Каристо, если у него будет на тебя время. Да нихуя меня не пропустил. Меня писал Каристо, вязал ему письмо. Как дела на магическом фронте? Значит, классно. Не твоего ума дело. Ой. Я думал, это вы... Приветствую. Я хотел бы увидеть... Я могу помочь тебе увеличить силу. Нахуя она мне надо? Меня прислал Каристо. Я передал ему письмо, и теперь я должен выбрать себе награду. Ты оказал нам большую услугу и должен быть вознагражден за это. Кольцо сила плюс 5, кольцо ловкость плюс 5, стримость светлого шар, молнии подальщик, эссенция духа. Что эссенция духа? Что такое социально? Типа тоже кольцо? Не, хуйня, вот это... Падальщик. Слово падальщик, просто интересно. Давай за социально духа возьмем. Это хотя мне ловкость надо на луке. Мне бы пригодился эликсир. Правильный выбор. Ты взял самую ценную награду. Глоток эликсира. Что ты торгуешь? Я хочу овладеть... Хуйня... Блядь, вот здесь сон. Блядь, сна нема. Сука. А ты СЦ сама? У тебя бомж. И столько шмоток было, и все, конечно, проебать. Да нет сна, что могу найти? Так, один готов. Следующий, с кем побазарим. Мне кажется, тут магов до хуя. Рейвен, барон, это знаю. Бартоло, барон. Я сомневаюсь, что барон это когда-нибудь... Барон снабжанец на кухне, у него можно купить любую еду, омит. Балом повара. Бартоло. На кухне. А вот он. Похоже, назревает проблема. Привет, друг! Как тебя зовут? Зовут меня Бартол. Моя работа — следить за тем, чтобы бароны вовремя получали припас. Я отвечаю за поставки еды и болотника, за продовольствие для женщин. Также приходится следить за этими идиотами-поварами. Они еще должны быть мне благодарны. Гомес не прощает ошибок. Последних двух поваров он сказал.
хочу заключить с тобой сделку. Я хочу заключить с тобой сделку. Я многое могу предложить, если у тебя есть труд. Конечно, у меня это точно не моя. А, блядь, труда, типа, сука, не скажу, что у него все, у него хуйня все. Понятно. Арт-оборон, телохранитель лидера. Балам. Арту. Стражник просто. Сундук просто. Арту. Шлам. А вот он, Арту. С тобой все в порядке? Кто ты? Кто ты? Я Арта. Что ты здесь делаешь? Я телохранитель Гомеза. А ты не из болтливых, да? Да. Так, Даша здесь, кстати, вот этот шрам. Привет! Как тебя зовут? Меня называют Шрам. И чё? Чем ты занимаешься? Телохранитель, чё? Мы с Арта следим за тем, чтобы никто не заходил к Гомезу без приглашения. Ась, и еще я слежу за тем, чтобы никто не беспокоил женщин. Когда меня зашвырнули сюда, я видел женщину, которую отправляли на платформе с товарами. И что? Она здесь? Послушай, на тот случай, если она заинтересовала тебя, позволь дать небольшой совет. Забудь о ней. Как только эта женщина появилась здесь, Гомез запер ее в своей комнате. Когда она ему надоест, Гомез может просто отправить ее вниз. Но пока она принадлежит ему, так что не забивай себе голову всякой ерундой, понял? Что ты можешь сказать о Гомезе? Главное, что тебе нужно знать, он самый влиятельный человек в колонии. Он получает все, чего хочет. И больше всего, он хочет власти. Очень понятно, не понятно. Так, погнали сразу отправиться по плану, походу. Позже нам шпионаж, полон лагерь, там ведется подготовка некой церемонии, мы должны ее все узнать, об этом идем на болото. А, это было типа. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь типа продолжение. Что это такая Сера? Ты не должен разговаривать со мной. За тем, что говоришь людям. Нет, причем? За Гомеза. Все в порядке? В полном, как и 20 лет назад. С тех пор. Похоже, наступает проблема. А, ну, просто такие, я понял. Я второй вариант, новый лагерь. Погнали в новый лагерь. Давай поговорим о чем-нибудь. Так, я уже в новом лагере. Кстати, да, немножко не раньше переоделся, но, блядь, новый лагерь. И я, блядь, пришел в не в своем костюме. Ну, сами понять должны. Ну, типа, они ж воюют с этими, со старым лагерем. Ну, вот так как-то у них какая-то вражда, конфликт, жесткая, короче. А не талка, они считают этот болотников. Поэтому я оделся как болотник. Как послушник, точнее. Поэтому. Это был. Чтоб, ну, понимаете, подозрений никаких не было. Мы сейчас. Я больше не слушаю. Короче, мне нужен торлок. А я в душе не буду кто-то. Ага. Блять, у меня нет карт. Блять, подожди. А, ну, а смысл мне этой карты? У меня там писишки не обозначены. Куда лифчик, кстати, делся? Лифт, он тут точно собака. Карта. Готики. Первый. С. НПС. Я просто не помню, где турбок находится. Карта квеста, блять, не квеста, шо, блять. NPC. Извиняюсь. Долбоёбы. О, нашел. Так вот.
Так, народ, продолжаем играть в котику. Мне нужен квест выполнить. Проследовать, что там мужики хотят сотворить. В болоте, ж помните? Чё это? Мои благородные господа бароны, уважаемые стражники, призраки и рудаковы! Чё происходит? Мне выпала большая честь представить вам наших иностранных друзей. Итак, Мин Экстрем, вопрос. Нет, это обойдется. Давай сейчас посмотреть. Хуйня представления. Музыка имба. Представление хуйня. Поджигайся, дебил. Ну и чё? Музыка имба, согласен. Ладно, это, конечно, круто. На-н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 а, но мне надо даже квест выполнить. Если я пришел, блядь, квест выполнить, они... Янгэджи звучит классно. Соглашусь. Звучит очень классно. Ладно, идем к болотникам. Народ, чтобы не выполнить мой квест, нужно завершить вот этот ниндор для гур. Лес рассказал мне, что Юбишон ищет магический камень Юниот. Гуру можно найти внутри храма в горы. Понятно? Короче, мне надо это сначала квест выполнить. Все, а я-то думал. А зачем я тут вокруг раза круг делал? Погнали в храм. Окей, погнали в храм. Значит, мне сначала нужно выполнить квест. Юнитор для гур. Вот молодой ученик Лестер скажет нам, что юнитор просит к себе. Входим в храм, выслушаем лидера. Понятно? Вот это храм вроде у них называется. Бля, что... Ты ее... Стой! Ты можешь вступить на земли храма только с разрешения одного из гуру. Не пригласи послушник Лестер. Не дал разрешения сам. Конечно, на... что Юберион пригласил нас к себе. Ходим в храм, послушал, и похоже, что Юберион давно нас знает. Это скрыть. Наверное, вот это. Мне дал разрешение сам Юберион. Лжецам у нас обычно вырывают язык, так что хорошенько подумай, прежде чем говорить. Меня прислал послушник Лестер. Я хочу предложить свои услуги Юбериону. Я знаю Лестера. Мы ему доверяем. Ты можешь пройти. Можно вопрос? Ну, если можно, конечно. Подождите минутку. Так, вот. Ну, погнали.
Ого, это русские? Это кто, русские делали? Что здесь надали делают? Приветствую, господин Юберион. А, я тебя знаю. А я тебя нет. Это невозможно. Мы никогда не встречались прежде. Но мне казалось, хорошо. Что тебе нужно? Я слышал, вы кое-что ищете. Верно. Нам нужен магический юнитор. Что мы послали такое? Одного из послушников Нироса забрать его, но он до сих пор не вернулся. Не мог бы ты узнать, что произошло? Почему этот юнитор так важен? Откуда я должен начать поиски? Откуда я должен начать поиски? На выходе из лагеря поверни направо и поднимайся на высокую скалу. За лесом ты увидишь море, и там ты найдешь юнитор. Почему этот юнитор так важен? Этот магический артефакт способен концентрировать нашу силу. Это один из пяти камней, с помощью которых маги сотворили барьер. Мне было видение о том, что мы должны использовать силу этого камня. Какое интересное видение. Мое видение было ниспослано спящим. Мы сможем призвать его с помощью юнитора. Я принесу этот юнитор. Направо. Возьми эту карту. На ней отмечено место, где находится юнитор. Нахер мне тогда знать, куда идти? Где моя карта? Эта карта показывает путь к юнитору, который нужен ее... Еще ладно, окей. Это красный? Сейчас ориентируюсь. Выхода с лагеря, идем по одной стороне. Но идем... Ну, чисто по дороге идем. А потом просто вот так вот боком спорю. А, ну я знаю, как я сейчас поступлю. Ну тут еще легче, чем кажется. Погнали за как это правильно называется? Юнитором. Окей. Изи квест. Отнести юнитор. Ну я понял, где оно примерно находится. Хуй, пойдем ночью. Трое мужик. Держись. Тут, в принципе, недалеко выход, все равно. Вон уже выход видно. Я понял, короче, как идти. Чисто по дороге, потом ближе отскочим. Ты должен следить за тем, что говоришь. Подожди, а что-то я, кажется, не туда пошел. Даже не кажется, я супутняк, что не туда пошел. И сюда надо. Так. Ну я чисто пока что... Мне надо, короче, да, по дороге идти к лесу. И там потом сориентируемся. В принципе, легкий квест. Пока что ничего тяжелого мне не вижу. Вот лес. Это уже лес. Мы уже к нему пришли. Почему ночь? Какая разница, когда мы пойдем? Ночью, днем, вообще послезавтра. Это вознесло сегодня, что-то вообще и зависит. Понимаете, квест такой типа. Ой, надо подождать какую-то. Вот типа как был квест. Так, окей, я у леса хотел сказать, я уже в лесу. Так,
карты нет, мне надо карта. Вот дорога, вот я вышел. Этот лагерь. Ну, короче, чисто ориентироваться будем по чем-то. А, во, видите, вот эта промежность, что ли, вот это. Вот по ней будем ориентироваться. Она на карте изображена. Уже. Чё там? Ну, сохраняемся. Вот такая вот, да, вот дырку я тут нашел. И чисто пиз... Ну, на край. Во-во-во, вот она, эта дырка. Я даже чуть-чуть перепутал ее. Вперед. А мы вообще должны обойти, по сути. Но мы все равно куда-то придем. Подожди. Естественно, буду на карту постоянно смотреть. Где она? Вот где-то вот там, вот, короче, море, мы должны как-то на край стать его, что ли. Только я воду не вижу. Вот вода. И где-то... Тут-то на краю, что ли. Вон там корабль разрушенный. Ну и где он? Точнее, как я должен понять, как юнитур этот выглядит. А, мы вообще не туда пришли, а он в лесу. Видите, корабль разрушенный, нам надо в лес пойти. Он в лесу вообще находится. Я нашел корабль, но это типа не то, что надо. Короче, мы должны сейчас с вами найти вот это в щелье. Найдем его, нам будет легче ориентироваться. Хотя мы с него пришли. О, там мужики какие-то, вов их убьем. Пацаны. Ну и где мне этот юнитор искать? Как, кстати, я должен понять, что... Опа! Подожди, я у края вообще какого-то. Вот я вижу дорогу и лагерь вижу. То есть, мы что-то где-то близко. Да? Нет? Не знаю. Думаю, да. Вот, да, вот должно что-то лагерь быть видно и назад пойти. Вот дорогу я нашел. То есть это по этой стороне, по сути, должно быть. Точно бы хотя бы. Это серый фикс. Это серый фикс. К
каменная корень, серафикс, грибочки еще пособирать можем по пути. У меня как-то будет впадло потом в этот лес идти. Каменные корнички собираем. А как я пойму, как этот самый юнитор выглядит? О, слушай, что-то как-то не туда походу пошел. Серафикс. Что это? Куда я вообще пришел? Блять, я к какой-то вообще херни пришел. Что это? Что это такое? Убирайся. О, тебе Нирос. Нечего здесь делать. Я ищу юнитор. К сожалению, ты опоздал. Я уже нашел его. И чё? И знаешь, я решил оставить его себе. Ах ты сука. Спящий говорил со мной прошлой ночью. И он избрал меня своим единственным последователем. Теперь я служу только спящему. Никаких больше гуру и стражей. Только я. Один. Ты ёбнулся. Умри. То подожди, умри. А, я хотел сказать, что мне дальше делать. А тут еще легче, чем оказывается. Хорош, я первый раз блок принял. А, вот так юнитер выглядит, серьезно? Лох. Не с тем связался. Лох. Слушай, а это ж вообще что за фигня? Что это за пентаграмма? Ты об этом пожалеешь. Так ты сдох. Хе-хе-хе. Похоже, мне следует выражаться еще яснее. Чувак, давай ты это, выебываться не будешь. Капец, здесь второй раз не получил. А мы на базу идем. Я, кстати, думал, юнитер тяжелее искать, его легко найти можно было. Видите, нашли. Ты понимаешь, мы такие крутые, что штаны обосрали. Ну, я, кстати, потом второй надо будет квест выполнить. Вот какая-то там слюна или что-то такое. Ну, короче, это тоже основной. А потом мы можем будем взять это, понятно? Где глава вторая? Логово ползунов. Это дорога? Да, мне назад вроде надо. А, слюна ползунов. Искал логово, извиняюсь, слюна ползунов. О, падочек, здорово. Вот вообще купало, так скажем. В смысле, а что мне там день? Кстати, у меня же голова его выпала. А, лох, хушеская булава, у меня 1000 раз круче. Поэтому, если это оно, я аж уже не помню, куда идти. Это оно мне немножко подкашивает, так скажем. А, не, бля, дорогу нашел. Быстро, однако.